Первенство города Мозыря по общей физической подготовке среди гребцов на байдарках каноэ – традиционное соревнование, проводящееся в начале года, когда мальчишки и девчонки уже успели хорошо поработать в зале, и на сей раз, 27 и 28 января, на гребной базе Мозырского филиала Гомельского училища Олимпийского резерва проводился сей турнир с участием всех спортивных школ столицы Полесья, культивирующих греблю на байдарках и каноэ. Да, действительно, это традиционное наше соревнование по общей физической подготовке. Наша задача – просмотреть и определить уровень физической подготовленности наших юных спортсменов, дать им дополнительную возможность набраться опыта именно участия в соревнованиях, потому что впереди ждет интересный сезон, ну и победить сильнейшие. Все ребята настраивались на состязание. Как настоящие спортсмены, мальчишки и девчонки стремились показать как можно лучший результат. Хотя для байдарочников и каноистов общая физическая подготовка – лишь одна из составляющих быстрой чемпионской гребли. Да, хочу бороться за призовые места, в тройку лидеров, думаю, попасть. Для байдариста и для остальных, для каноэ, для гребцов важна общая физическая подготовка, рост мышц. Это, ну, и скорость придает, и техника, и грибок сильнее, резче, и лодка быстрее едет из-за сильного грибка. Соревновательная программа включала в себя три вида – жим штанги лежа, тяга штанги лежа, определенный вес, определенное время, максимальное количество раз и подтягивание, где были свои корифеи. Цели – превзойти те результаты, которые мы показали на тренировках. Упражнения, думаю, подтягивание, наверное, будет самое удобное для меня. А самое трудное – жим штанги лежа, но я постараюсь. Как и предполагал Александр, подтягивания ему дались 26 повторов с отличной техникой исполнения данного элемента. А если брать многоборье, то среди старших юношей 2006-2007 года рождения первенство у Захара Падута, тренер Юрий Владимирович Мазанович. Серебро у Юрия Боковца, бронза у Александра Скидана. Юру и Сашу готовит Дмитрий Сергеевич Рабинок. И все три у воспитанники из Дюшор – жемчужина Полесья. В категории 2008 года рождения моложе тоже весь пьедестал остался за жемчужными гребцами. Чемпион Владислав Васильцов, серебряный призер Максим Станкевич, бронзовый медалист Руслан Богданик. Влад и Руслан – подопечные Рабинка, Макс, Виталий Николаевича Бабыны. Среди девушек 2008 года рождения лучшая и единственная – это воспитанница из Дюшор профсоюзов и тренера Михаила Леонидовича Куприна Анна Лазарук. Среди спортсменок 2006-2007 года рождения первое место у воспитанницы из Дюшор профсоюзов и тренера Татьяны Александровны Скоргановой – Олеся Шубовская. Второе место – Елизавета Богданович, тренер Мазанович. С Дюшор «Жемчужина Полесья» наконец третье место – Валерия Поздняк из Дюшор профсоюзов. Ну, вообще ОФП для меня – это прежде всего подготовка к соревнованиям в лодке, потому что многие из этих упражнений влияют на технику, на силу там, толкания в лодке и так далее. Тренер, я не знаю, какие у него цели на меня на эти соревнования, но я думаю, надеяться на призы. Тренер Валерий и по совместительству главный судья соревнований Борис Михайлович Мерц, думаем, остался доволен выступлением своей подопечной. Надеемся, и в лодке Поздняк порадует своего наставника, впрочем, это касается всех участников соревнований, которые показали хорошую общую физическую подготовку, создали, так сказать, фундамент будущих успешных выступлений в байдарках и каноэ.